проживет в Москве некоторое время. Неизвестно, сколько еще. Мне испытают срок 3 месяца, не знаю. Вот 3 месяца, по крайней мере. Иначе. Спасибо. А расскажи, чем ты занимаешься, Валис, еще и профессия интересная. Ну, профессия. Госслужба. Нет, ну вот у нас все. Я памятники охраняю. Вот, департамент культурного наследия. А что, кто видит какой-нибудь памятник архитектуры? Да, сразу звоните, если вдруг там что-то сносят, чтобы мы в курсе были. Так, Алисия. Так, да, так и историк, короче. Гитару давай проведем сейчас еще. Может, он опять не работает. Не слышно, да? Слышно. Есть, есть. Песня называется «Со знаком вопроса». А ты свободен? Застенчиво жмурится, голая правой становится осень, и не жалеет богатства сестер, с листьями прошлое в прошлое бросит, выплачет лужу и съест мухомор. Ветру навстречу и скинув одежду, вмиг повзрослеет, застонет от мук, шалью туманом накроется нежным, бродит в раздумьях по крыше. Субтитры сделал DimaTorzok.
злодея, даром предвидения птицы цыгане кочуют на юг. Завтра нам скажут по телевидению, что выпал снег и зима пришла вдруг, вдруг, вдруг. Вячеслав готов? Да. Отлично.